под защитой. Матерей, работающих по срочному договору, предложено не увольнять сразу после окончания отпуска по беременности и родам, то есть спустя 70 календарных дней после рождения ребенка. Законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Проектом предложено продлевать такой договор до достижения ребенком 3-летнего возраста. А для матери ребенка-инвалида или инвалида с детства срок составляет до 18 лет. В случае матери-одиночки – до 14 лет. Проверка на писание. В Министерстве иностранных дел разъяснили правила проверки транслитерации данных в загранпаспорте. Эксперты сообщили, что есть случаи, когда одно и то же имя может быть транслировано по-разному. Это не ошибка и не основание для изъятия паспорта. Смогли расшириться. За 10 лет действия программы «Молодая семья» в Пермском крае свои жилищные условия смогли улучшить более 11 тысяч семей. Напомним, участники программы получают от государства субсидии. В рамках федеральной программы сертификаты выдаются в размере от 30 до 35% от средней расчетной стоимости жилья. Планы на будущее. Законодательном собрании Пермского края во втором чтении принят проект закона о стратегии социально-экономического развития Прикамья до 2035 года. Согласно документу, он позволит в течение 10 лет усилить рост экономики региона и повысить качество жизни населения. На безопасность. В Соликамске предусмотрено предоставление срочной социальной услуги в виде материальной помощи. Финансы выделяются на проведение мероприятий для приведения жилых помещений в нормативное состояние в целях предотвращения пожаров. Социальную поддержку оказывают льготным категориям граждан. Телефон для справок на вашем экране.